это Дианин стиль. Такой открыт. Кто кошку сумасшедший, попробуйте просто стилизовать рисуночек, любой рисуночек. Ну, я не знаю, на память, какой бы рисунок вы хотели подарить в школе? Александр Васильевич, сделать на память небольшой рисунок, да, просто вот от вас. Идея понятна? Это может быть нечто типа открытия, нечто типа, ну, если хватит время, силы желания, маленький комикс можно какой-нибудь нарисовать. Можно камеру нарисовать. Александр Васильевич. А нету лишней камеры, чтобы да нарисовать. Да не Александр Васильевич, а что вы бы в школе хотели оставить от себя? Всей школы. И ребят на преподавателя. Вот вы здесь жили достаточно долго, работали. Да нету лишней камеры, а то я хочу камеру нарисовать. Давайте. Не попробуем, что получится. Сейчас вам интересно, что вы напридумываете. Задачку, ну что же, нормально. Нормально, конечно, идея очень хорошо. Да? Теперь попробуйте все-таки. Это был какой-либо рисунок. Нет, это называется схема. И чертеж. Ради бога. Нет, это вот полный полет фантазии. Делайте, что хотите. Мне интересно посмотреть, что вы хотите, что у вас будет. А можно сразу два рисунка сделать? Да хоть четыре, баба. А вместо птички, которая из объектива должна влетать, там баба-яга влетает на ступе, да? Но если ты избушка на крыльях ножках. Ну, не буду вам мешать, давайте. Фантазируйте. Комиксы ни о чем. Новый жанр. Комиксы ни о чем. Теперь будет. Глядя на вас, слово жалеешь. В школах исчезло изу и черчи. С первого по седьмой включительно у нас изо. Да. Как слово. Те школы, которые я знаю, черчения нет вообще. А изо где-то там четвертый кончик. Я думаю, еще есть точно. Но это всегда делается за счет исторических часов очень ограничено. Ну да. И когда надо форсировать какой-нибудь предмет, чего-нибудь. Так, ну а делать. Доктор Мак наук. Тысяча одна задача. Да, ну это прям такая пока дробочка. Значит, идея вполне себе. А вот интересно, какие еще у кого? А, да, чебурашки нет. Так обычно черепашки-ниндзя рисуют. Нет. И с таких скрабелей. А, камера. Это вон то, на чем? Помните, Валич, там была гусеница, которая сидела на гриле и взлетела с карьеры. Да? Так гусеница. Я камеру сломал на рисунке. На рисунке? Вроде бы не
сломан пока что. Да. А, все-таки гусеница. У каждого свои идеи. Самое интересное. Смотреть, у кого какие идеи. А у тебя прям словесная композиция какая-то. Ну, прочее. Можно написать такой логотип с двух работах ножками. Можно не писать из двух на кулях ножках, а сделать вот так. Две-три линии и нарисовать весь клуб, и дальше работать. И все будет понятно. Ну? Я нарисую. А что будет? Тебе нравится? Только ступа будет специально скреплённая. Как будто портал какой-то. Ступа по времени. Идёт, придёт. Уже что-то вылезло из камеры. А пока что это похоже лишь на полосы согнутые. Ой, ужас какой. На бабу и кошка. Для бабу и